По предварительной версии, водитель десятки на мокром участке дороги не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части, пересекла тротуар и опрокинулась в кювет. В результате случившегося пострадали три человека, находившиеся в десятке, жители города Сочи. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Еще одно ДТП накануне произошло в районе поселка Зубова Щель. На Большегрузман упал каток, перевозимый встречным автомобилем марки МАЗ под управлением 37-летнего жителя Сочи. От удара грузовик съехал на обочину и завалился на правый бок. Его водитель, 34-летний уроженец Краснодара, с травмами был госпитализирован. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил перевозки грузов, допущенное водителем МАЗа.